Итак, друзья мои, всем большой привет. Ну что, у нас сегодня 20 число июня. Дожди тут лили-лили, благополучно так и аккуратненько. Тут нигде бы мне бы не влезть бы ни в какую воду. Но вроде ничего, вроде не влезу. Как у нас голубика. Голубика уже почти размером с голубику растет. Ну ладно, пусть растет, хорошо. Так, у нас общий обзор, потом я буду делать уже такие краткие. Что тут мне груша не нравится, как-то она фиговенько себя чувствует. Некоторые ветки у нее что-то тут подзасохли. Ну, может быть, большую часть выживет, я надеюсь. Посмотрим тогда. Это вот из-за воды, видимо, потому что много очень воды стоит. Дожди льют без перерыва. А здесь тогда... А здесь у нас абрикосик наш. Ну, по тому же мы маршруту, да, с вами, как обычно, проходимся. Общий обзор. Маменька у меня не утерпела. Маменька, ну как тебе клубника вообще? Нравится, не нравится буквально? Нет, ну она достаточно грязненькая. Не, ну, это ничего, да, нормально. Вот лучок еще это, который я, видишь, по осени сажал тогда. И ничего, взошел, так что лучку тоже можно. Кстати, что-то его мало. У меня такое ощущение, что кто-то его нехило пособирал. Да пусть, потому что ты что-то ну, разберёшь, да. Да, ну ладно, в общем. Так, у меня яблоня, к счастью, она выжила. Хоть и центральный, да, проводник, он умер, похоже. Ну, ладно, будем надеяться, что все будет хорошо. Так, здесь у нас лук, про лук еще отдельно мы тоже ролик снимем. Я точно не знаю, мне говорили, что у него нужно эти обрывать стрелки. Это у нас яблонька, вот тут единственное, что у нас хоть на яблоне два яблока висит. Это вот в этом году все, что, ну, если не считая клубники, то получается так тогда. Давайте мы в парник заскочим. О, руккола здесь растет. Выросла-то какая руккола. Ого-го, уже. Ну, это сажали, вот уже новые хозяева сажали. Так что все нормально. И бочку, я смотрю, не наливали, потому что шланг здесь есть. Так, окей, окей. Что у нас, огурцы попробовать сегодня подвязать, что ли? Ладно, подвяжем, тогда посмотрим, что получится. Ну вот руккола мне нравится. Руккола ничего, так растет. Здесь у нас с вами сливки. Сливки мои любимые. Еще пока ни разу слив не давали, но уже цвели. Хорошо. Так что посмотрим. Ну вот растет она вон в разные стороны. Ничего, мне нравится. И одна, и вторая. Вот лучше всех у нас сливы уже выше моего роста стали. Так что отлично. Вот дерево толщины, какое оно было, вот с палец, когда я сажал года три назад. А теперь вот, пожалуйста. Ничего, мы еще тут сейчас посмотрим с вами. Еще мы с вами посмотрим, как тут наши в средней, не в средней полосе, в Московской области ирга. Ну вот растет, здесь что-то нету ягод, то ли их собрали. Здесь вот, здесь есть эта ягода, сейчас мы попробуем парочку. Ну да, вкусная, но она еще пока не полностью созрела. И здесь, да, тоже у нас тоже можно парочку взять. Ладно, еще и расти, расти. Ну что ж, ладно, пусть растет. А сейчас будем отдельные видюшки делать еще, шорцы, которые всем так полюбились.